Мы имеем с вами... О! Мы имеем челиков-автофилов. Так, ничего страшного я не заметил. Дед неприятный, нас ускелится. Окей. Все, ничего страшного нет. Все супер комфортно, супер изи пока что. Посмотрим, что там как. Вот, но пока... Максимально человые. Так. Миркли. Миркли, спасибо большое. Хела, молодой. Hello. Куда пропал топ 8 Азиру сервера? Я никуда не пропадал. Я сейчас просто не играю на Азире. Я хочу аккаунт этот именно в чалик загнать. А тот аккаунт, который мид, я на нем буду играть на разных пиках. То есть там разных персов тренить. Типа Азиров, Икторов, т.д. Там более такое у нас будет... Ну, там будет именно супер здоровый пул, я там вообще на всем подряд буду играть. А на этом я буду играть вот именно на сильных пиках, на керрищах, на том... Короче, на том, что работает в солоку. Не команде, все-таки Азир — это командный перс, блин. На нем солоку реально сложно катать. А вот физок, сам видишь, да, типа чистая солокушная чича, которая тупо душит молодых. Берет и разваливает. Солокушная чичина. Ой, боюсь, он сейчас лавлапнет. Нет, не лавлапнул. Ну тогда на, понюхай. Еще и промахнулся ешкой, Вась. Ну ты что-то хромаешь немного. Что Вася прихромал чуть-чуть. Так. Нам третий левел нужен. Так, maybe Грифсу нужна хелпа. Не, вроде не мало. Вроде не мало, хелпа не нужна. Найс. Много маны тратит такой трейд, но он как бы нормально просаживает. Челика. Челик голый, голый стоит. Ой, темпу, спасибо. Братеж, не ругайся на народ. Залетело 264 человека. Это супер круто. Не, я не ругаюсь. Просто, ну я типа больше в ровл говорю. Симао, спасибо большое. Я же не могу заставить их прийти, правильно, но... Вот. Кто пришел, молодцы. Спасибо большое за поддержку. Владос, сколько времени существует канал? Канал существует года 3. Симао. Года 3, наверное. Ну, по... Да, 3 года вроде. Вроде 3 года. Так. Спасибо большое, Симао. Блин, что-то как-то я неприятно по ХП просел. Вроде стояли, нормально общались. Ну я тебе вот так вот. Стояли вроде, общались с пацаном. Тот раз я и просел. Чуть через Игнайт играет. Мне опасно. Я не шотую никак. Ну, я делаю, что самое обидное. Я его шотнуть не могу. И у меня хп недостаточно, чтобы с ним трейд вывести. У него игнайт, автоатака, ку, и я умер. Понимаешь, что проблема? То есть, как бы у него возможности меня затрейдить вообще изи. Я как бы не могу задоджить все. Я могу задоджить ешку. Я могу задоджить вэшку, могу ку. Ну, типа, все, я не задоджу никак, если он, конечно, не Офелий. Он просто две автоатаки даст игнайт, я могу сгореть уже. Поэтому лучше посейв. Второй стрим, да, второй уже за сегодня, второй стрим. Первый закончили. Первый 9 игр, 9 побед у нас. Первый нормально прошел стрим. Еще в кайфово. Че, первый вообще по кайфу. Первый пушечный стрим. Второй еще посмотрим. Из золота 2 платину 4 взяли. На том стриме. Так. Опасная тетя. О, спасибо большое еще раз. Владос! Братья,
Тащи. Стараюсь, дядя. Магеешь. Стараемся. Умеем, магем. Что у меня сегодня... Платину я не взял. Хоть у Владоса на канале. Я ничего не могу. Платину я взял. Буду я на не... канале идти выше к чалику поддержки. Спасибо огромное. Я не знаю, как так, ребят. Но вы сами видели, оказалось, типа, изи момент вообще. Так, почему я не перепрыгнул? Так это вот это рандомный куст, там то перепрыгнешь, то не перепрыгнешь. Надо было слыша доигрывать и на Верочку играть. Но не хотелось флеш просто так тратить. Я был уверен, что перепрыгну. Потому что я вроде все нормально делал. Спасибо еще раз, корбейшество огромное. Хоть у Владос на канале, платину, говорит, я взял. Буду, говорит, на канале идти выше чалика. К чалику поддержки. Чалику поддержки, она ну, типа на сапе чалик. Давай, давай, удачи. Блин, возьмешь чалик, чалик на сапе вообще нормально, потом в команду к Владос еще пойдешь. Будем на просцену прорываться, да? Владос, тоже спасибо тебе огромное за поддержку, братик, тащи, ты умеешь, могешь. Стараюсь, но видишь, но видать не всегда могу, не перепрыгнул стену. Стена вот эта сломанная, он то через нее перепрыгивает, то он через нее не перепрыгивает, я вообще не знаю, как это работает. Я вот сколько играю за Физа, я так и не понял, когда он перепрыгивает, когда он не перепрыгивает. Че ему не нравится? Миллион лет уже, ну, физом катаю и никак не могу понять, какая-то сломанная тема. Какая подкрутка была. Окей, найс вард. Изи вард. Стаки забрал. О, птичка села. Фига себе. Че, яблок нету на реке? Яблок на реке не могу. Поушен пить. О, яблоко есть. Пойду за яблоком сгоняю. Блин, на боте, конечно, анлаки какой-то. Мне нравится, что у нас топер гиперфиженный. Че, он там вообще в щи его, да? Ну, просто в щи рвет. Окей. Собаке там не жить. Собака отлетает. Прикол. Прикол. Анимация из-за вот этого синего цвета. Анимация такая, ну, кривая. Она, как бы, мне казалось, что она еще не дотянулась. Она уже дотянулась. Такая расплывчатая, нечеткая. Нет четких очертаний. Из-за этого не смог задоджить. Ой, как бы. Ну чё, понюхали? Скиллуху, он в ладоши. Да-да-да, расскажешь. Я ещё протопоясь, я бы на бэк ушёл. Здорово, лол. Че, нормально? Нормально? Я думаешь, это не знаю? Ты что, думаешь, Владос глупый совсем? Да, сидит как бы. Старый. Старый, не знает такие фишки, что ли, когда вот так обходишь спину, да? Ну ты, конечно, хейтер. Тебе Владосчика маленького сладенького наказать. За шо? За шо? Вурдулаки. Убежают. Он на бэк нормально наказали, и все, и нормально. 71 против 60, изи. Можно за хпх изгонять. Хпха, 2 пинг-варда, залупа и бэкнулся, и нормально. Тебе там сотку закинули с вопросом, когда ты уходил, да? Сейчас отвечу, не вопрос. Так, спасибо еще раз огромное, сори. Хеллоу, куда пропал топ-8 Азиру сервера? Говорю, никуда не пропадал. Вив 1996 сотку закинул. Привет, хотел спросить, когда будешь играть на арене стримеров лол. Играл, говорит, там против тебя на миде за Шаркса. Хорошего стрима, спасибо большое. Я не уверен, что я там буду играть. Вот. Пока не знаю, я оттуда не ушел, но я не знаю, буду ли я играть. То есть я считаю, что в самой структуре арены много, ну, много траблов. То есть она недопиленная.
Там нужно делать иначе. Иначе нет баланса. То есть это... Ну, грубо говоря, блин, вот приходишь поиграть, да? Ну, типа, вот мы играем. У меня команда, к примеру, там, чалики, у тебя команда, там, сильверы. У тебя нет шансов, понимаешь? То есть, а в чем смысл этого в чем смысл этой дуэли? В чем смысл? То есть нету равности. Очень редко бывают равные стаки, очень редко бывают реально интересные игры. Плюс есть некоторые челики, которые там... Ну, понятное дело, что это там не запрещено, но по факту просто там друзья, знакомые, вот которые там есть какой-то стример, вот он любит там, допустим, за него, за своего стримера играть, и у одного там чела, вот, допустим, по КД там какие-то сильные игроки, понимаешь? То есть не просто одну игру, а там всегда сильные игроки. А у других нет. И в чем смысл этой арены, я не понимаю. Я пробовал играть, пробовал по фанчику, но все равно такое. Я говорю, как по мне, можно сделать гораздо лучше и гораздо интереснее. Об этом у нас была речь с организаторами, но, типа, к сожалению, ничего не изменилось, и, как бы, мне пока не особо интересно. Может быть, какие-то игры определенные будут, но, опять же, фиг его знает. Что, забирай, Вась. Мне не нужно. Вот смотри, вот сейчас должен перепрыгнуть. Блин, или нет? Сейчас попробуем. Вот сейчас перепрыгнул, видишь? Фу, чувство, как будто 24 часа, и это был не челлендж. Для меня стрим на самом деле изи прошел. Но я там жарил до последнего. Для меня на самом деле, как бы не спать долгое время, ну, не сложно. То есть я в этом... Я в этой теме я преисполнился. Я, грубо говоря, могу долго работать, там, не знаю, там, стримить, видео записывать, еще что-то изучать. По много времени. То есть, там, не спать, например, полтора суток, да, а потом спать долго и т.д. То есть, принцип такой. Че, наготовилась? Я не ухожу никак. Окей, она выжила, да? Здесь Свейн, окей. Лаки. Не все были совсем. Надо было ей, наверное, рыбу в противоход выдать. Так. Много лет, говорит, играл в лол, но до сих пор, говорит, смотрю на физа и блевать хочется. Ну, что поделать? Аллергия на рыбу. Бывает. Рыбофобия. Спасибо еще раз за поддержку, ребят, всем. I'm sorry, если сразу не ответил, не заметил. А я все время с нуля киллами еще бегаю. Что за бред? 3-0 мидер. Прикольно, че. Сейчас должны подъехать киллы. Да хорош, Вась, ну. Да еще и флеш. Ну хорошо, он его забрал. Насус ресетнул голду. В принципе, неплохо. Так. Ну да здорово, блин, много говорит, лет играл в лол, до сих пор... А, так я это читал. Я это читал. Да я читал. Что, какой-то душилово там, да? Лол? What? What? Неплохо, дидос скинул. Я прихожу. Сразу полшим прожал. Выходим. Евелина с ультой, возможно.
Так, окей. Ну, здесь нереально ворваться. Это слишком риск высокий. Ну, привет. Привет, конфеточка. Девочка-конфеточка. Ты без стрима когда-нибудь играешь? Да, бывает. Сейчас реже. Раньше много играл. Я вне стрима тренируюсь. Ну и сейчас бывает, я вне стрима тренируюсь. Но если мне нужно что-то изучить, отработать и т.д., я не могу это на стриме делать. Поэтому да, бывает. Туру ту туру ту туру 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 ту 4-2-1. На самом деле неплохо. Идем. Он, видать, спугнулся, что ли? Или чё? Так, мне мид надо запушить. Скоро лича можно будет сделать. То он застрял. Ти! Ну ты, Вася. Когда там этот повелитель или кто там, император, полководец застрял в крипах. А где у нас... А, дэшника зачизила Ева. Лаки. Не думаю, куда он пропал? Ну, зачизила. Блин, джижи, конечно. Ладно, Владос, крайний донат. Свободные деньги закончились. Помогаю, чем могу. Спасибо огромное. Отдаю, можно сказать, последние на поддержку. Его корбейша, спасибо большое. Времена пока тяжелые. Нет. Так что как нормализуется активность? Спасибо большое. Так что чем богат, тем быть. Спасибо, спасибо, спасибо. Но корбейшество моральное с тобой. Прогает, не забудь. Хорошо. Так. Спасибо большое еще раз, корбейшество. Спасибо. Так, по поводу... Короче, по поводу поддержки. Нереально признателен. То, что говоришь, ну, типа, там, последние деньги... Блин, чуваки, естественно, не надо. Ну, типа, если это рофл, окей, но, как бы, если там последние деньги, ну, это смешно, братан, не надо, ты чё? Вот. Это как его, по поводу тяжелых времен, конечно, я понимаю, так, сейчас же, ну, везде, в принципе, сейчас везде такая фигня из-за коронавируса, там, кризиса, т.д. Куча траблов, не вопрос еще, спасибо большое за поддержку, но, опять же, говорю, типа, чуваки, там, поддерживайте, спасибо, я вам всем безумно признателен, но в пределе разумного тоже, там, последние деньги не надо, как бы. Я понимаю, если бы... Я бы там совсем бедствовал, да, но как бы нормально. Вы меня и так сильно поддержите, спасибо большое. Так. Алика забрали, анлаки. Фух, спасибо еще раз большое. Так, по поводу гайда. Гайд, я так понял, на эко, да? На эко же гайд или чё? Я просто помню, что меня в ПКД кто-то просит на этого гайд. Крабейшество, ты в чатике напиши, ну, чтоб тебе донат не кидать, через капс просто. Ну, типа, не баньте крабейшество, через капс собак офинерс напиши, на кого гайд. На какого перса. О. Если это на эко, окей, не вопрос. Сделаю, постараюсь. Чтобы мне не перепутать. Меня просто очень много на эко просили. Я если буду ближайший делать, то скорее всего на эко как раз таки.
Потому что очень много ребят просило именно на эко. Конец серии убийств. Ой-ой-ой-ой-ой. Че делать? Че делать? Че делать? Ну, давайте так. Сможешь играть эко в ласт? Эко в ласт... Ну, ситуативно, типа, физически могу, но я же играю на победу, пацаны. Много не играю в лол, но до сих пор, говорит, так-то я уже читал. А чё на Твиче сообщения не идут? Чё там на Твиче случилось? Ребят, кто на Твиче смотрит, плюсик в чат напишите. То ли у меня чат сломался, то ли чё. У меня просто мёртвый чат, он просто не двигается. Или это какой-то режим модератора поставил, я чё-то не понял. Вообще не понял. Ну, умирает, найс. Молнии. Зачем включил режим для тоника? Так он некоторые цвета лучше различать. Типа ХП желтые лучше видно на зеленом, чем зеленые. Эко лесной подробный. Хорошо. Хорошо, крабейшество. Хорошо. Так. А, окей, работает, работает, да? Ясно, работает, это хорошо. Ну, надо уходить. Надо уходить. У меня серия, все по кайфу. Так. Просто никто не писал. Все окей. Все, огонь, работяги, держимся. Сколько чемпионов пул у тебя на мид? У меня очень большой. Очень большой. Процентов 90 всех чемпионов на миде. Ну, на ком-то я лучше играю, на ком-то хуже. Кто-то лучше наигран, кто-то хуже. Но физически на хорошем уровне могу и отыграть, ну, практически на всех. А чё, это нормально, что дед просто, ну, вечно живет? Как-то, ну, как-то странно. Почему дед вечный? Жесть. Дед-то вечный, пацаны. Я, конечно, все понимаю, но дед-то вечный. Что делать? Миллион лет у меня уж рыба скастовалась. Он проюзал ульту, я его зафайтил, кастанул рыбу, рыба повисела на нем, скастовалась уже рыба, и чел только потом умер. Это что это, ну? Какая-то чича. Какая-то чича. Мы вымерли, говорят. Не, ну я вижу, вы живы, это хорошо. Победа, ребят. А, нормально. Бахнули, бахнули просто катку, бахнули. Ну, ВП гамплангу, как говорится, неплохо отыграл. 11 побед подряд у нас, да? Кайф. 28 дали. Неплохо. 11 победа. 19 тысяч урона нанес. Это круто. Поехали следующую.